С июня в полицию стали поступать заявления с разных районов города о краже тормозных катушек лифтовых двигателей. С каждым днем таких сообщений в правоохранительные органы становилось все больше. Как оказалось, нелегальный бизнес организовали трое жителей советского района в возрасте от 18 до 20 лет. Ездили по подъездам и воровали катушки лифтовые. С какой целью? Сдать на металлоприемку, получить с этого деньги. Все логично. Сколько у вас его фактов? Фактов? Да, сколько совершено краж? Много. На территории каких районов совершали? Советский, Красноармейский, Дзержинский. Установлено, что на места совершения преступлений подозреваемые приезжали на автомобиль. Один из них оставался в машине, двое заходили в подъезды и поднимались на крышу. Там они взламывали замки и проникали в технические помещения, где с помощью инструментов срезали тормозные катушки. Каким способом вы совершали кражи? Каким способом? Болторезом. Либо там были замки навесные, либо без навесных замков отверткой плоской вскрывали замки. Все. Сегодня вы ехали после совершения очередной кражи? Да. Где именно совершили кражу? На Тулака. На Тулака. 16-этажный дом. Там одну катушку взяли. Все трое фигурантов задержаны с поличным. В настоящий момент полицейским известны о 50 других эпизодах совершения преступлений. Подозреваемые задержаны, им грозит до 5 лет лишения свободы. Надежда Пешехонова при поддержке пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области.